Стройная и элегантная, энергичная и жизнерадостная, уверенная в себе и любознательная, бдительный сторож и идеальный семейный компаньон, самая маленькая в мире служебная собака – все это о карликовом пинчере или цверг-пинчере. Первые упоминания о малышах-пинчерах относятся к Германии 15 века. Они служили кучерам дилижансов, сопровождая их в дороге, охраняли имущество и защищали от недоброжелателей. Грифоны конюшен, так их еще называли. Пинчеров селили в конюшнях, где они присматривали за лошадьми, отпугивали воров и охотились на крыс. Многие ошибочно считают, что цверг-пинчер – это уменьшенная копия доберманов, но это не так. Порода доберманов была выведена много позже, в конце 19 века, но связь все же есть. И у цверг-пинчера, и у добермана один далекий родоначальник – немецкий гладкошерстный пинчер. Цверг в переводе с немецкого означает «карлик», но ничего от карликовости в них нет. Это маленькая, внешне привлекательная и очень грациозная собака. По стандартам породы рост в холке не должен превышать 30 сантиметров, а вес 6 килограммов. Сложено пропорционально и гармонично. Мускулистый торс, формат тела квадратный, шея крепкая, плавно переходящая в холку, уши стоячие, высокие крепкие лапы. Блестящая, гладкая и жесткая шерсть, плотно прилегающая к телу. Окрас черно-подпалый или рыжий. У этой породы особая походка, напоминает походку верховой лошади, которая высоко поднимает передние ноги. Поэтому карликовых пинчеров в шутку называли маленькими пони. Небольшой размер собаки позволяет содержать ее даже в небольшой квартире. Почти не линяет, нет подшерстка. Поэтому подходит для людей с аллергией. Но отсутствие подшерстка делает этих собак очень чувствительными к холоду. Поэтому вам придется купить для любимца теплую одежду. Сочетание ума с невероятной энергией делают цверг-пинчера неутомимым участником всех событий, происходящих вокруг него. Это очень любознательный, наблюдательный, энергичный и активный пес. У него ярко выражен охранный инстинкт. Ему смело можно доверить охрану дома или приусадебного участка. С подозрением относится к незнакомым людям. Ваши гости всегда будут в поле зрения собаки. И если чужак не понравится, то пес всегда наготове прогнать его. Шерсть встает дыбом, скалит зубы, начинает рычать и бросаться с громким предупреждающим лаем. Просто лютый зверь. В семье выбирает себе только одного хозяина, остальных считает своей стаей и опекает. Абсолютно предан хозяину, участвует во всех его занятиях, очень ласков с ним. Удобный размер позволяет брать его с собой, путешествовать. Настоящая собака-компаньон. Вы все время будете находиться под ее наблюдением, что бы ни делали. Она будет ходить за вами хвостиком и всюду совать свой любопытный черный нос. Помогать. Ради защиты своего хозяина, семьи и территории, этот отважный малыш, не задумываясь, кинется на соперника намного крупнее себя. Вот такая самоотверженность. Мини-пинчеры очень умные и сообразительные собаки, обладают прекрасными способностями к обучению и мышлению, легко и быстро дрессируются. Но им необходим жесткий контроль. Маленький лидер и своенравный манипулятор – вот наиболее точная характеристика цвергов. Если однажды этот хитрец поймет, что, напустив на себя несчастный вид, он сможет получить все, что захочет, он будет демонстрировать это при каждом удобном случае, добиваясь своего. Поэтому с первых дней появления щенка в доме необходимо дать ему понять, кто здесь главный, и никаких поблажек. Без твердой руки становится неуправляемым и сумасбродным. Даже безграничная любовь к хозяину не мешает ему порой дерзить и огрызаться. Вот такой темперамент. Мини-пинчера легко приучить к лотку. Это удобно в ненастье или сильный мороз, когда прогулку лучше пропустить. А еще для тех, кто часто задерживается на работе. Это позволит избежать заболеваний мочевыделительной системы. Шерсть почти не требует ухода. Достаточно раз в неделю прочесать собаку жесткой щеткой, чтобы удалить отмершие волоски. Нет запаха псины. Часто купать цверг-пинчера не рекомендуется.
Вспотевшего питомца достаточно обработать влажной салфеткой и насухо протереть полотенцем. К плюсам можно отнести непривередливость в еде, но ему необходим сбалансированный и калорийный корм, так как он тратит очень много энергии. У пинчера отменный аппетит и, как результат, склонность к перееданию. При недостаточных физических нагрузках это может привести к лишнему весу, что в свою очередь к болезням сердца и сосудов. Но в целом у этой породы достаточно крепкое здоровье и хороший иммунитет. При должном внимании владельца и соблюдении всех рекомендаций ветеринаров цверк-пинчеры живут 15 и более лет. И напоследок еще несколько интересных фактов. Небольшой размер ничуть не смущает отважного малыша. Он чувствует себя большим и серьезным, поэтому бесстрашен и самоуверен. Из-за своего дерзкого характера на прогулке может бросаться даже на крупных собак, а мелких считает добычей. Поэтому это не та порода, которую в общественном месте можно безопасно отпустить с поводка. Они часто и громко лают, поэтому многие считают, что пинчеры злые. На самом же деле они предупреждают о готовности защищать хозяина. Не переносят одиночество. Если хозяина долго нет, начинает выть или устраивает погром в квартире. Пинчер любит комфорт, теплое одеяло и удобное место на диване или кресле. Любят забраться под одеяло, соорудить там что-то вроде норы и наблюдать щелочку за происходящим. Но самое любимое его место – на коленях своего владельца. Пес ревностно охраняет его и не будет делить его с кем-то еще. Цверк-пинчер вечно в движении. Он всегда готов к играм и авантюрам. Порода подойдет для энергичных, динамичных людей, ведущих активный образ жизни и обладающих твердым характером. Если вы в поиске маленького, жизнерадостного и отважного друга, то цверк-пинчер – это ваш выбор.